И что мне теперь делать? Где деньги взять? Я от него ушел, блин. Что теперь делать? Хотя у меня есть пистолет. И он настоящий. Его можно продать за нехиленькую цену. Ладно, пойду в банки сдам. Там вроде можно сдавать. Кого, чел, мелкий, ты чё там, совсем что ли? Откуда тебе пистолет? Стопудов не настоящий. Да я не шучу, это настоящий. Просто продай, купите мне его хоть за сколько. Хм, ну вроде похож. Ладно, 10 тысяч пойдет. Так, у меня есть деньги, я могу купить специальную экипировку, чтобы победить эту бабку сумасшедшую. Так, здравствуйте, у вас есть экипировка? Да, там дальше пройдите, там есть жилеты, экипировка и так далее. Так, сколько с меня будет все, что на мне? Ровно 10 тысяч. А, ну мне хватает, вот, я могу оплатить, вот. Хорошего дня, спасибо за покупку. Все, до свидания, до свидания, спасибо. Так, ну все, я готов против этой бабки, она точно не справится со мной. Так, прошло уже 5 дней, и я точно готов. Так, надо быстрее идти к Кириллу. А, может быть, у него же отобрали? А, она на полицейский забыл. Ладно, просто войду. Кирилл! Кирилл, я такое придумал! Что ты тут делаешь? Что ты здесь делаешь? А где тут Кирилл был? Ну, здесь был пацан, но я ему сказал, что мы с тобой договаривались, и он ушел и отдал мне ключи. И сказал, что больше никогда с ним не вернется. Ну, извините, тогда я пошел. Да-да, вали, а ты на 15 суток посажу. Дебил, ё-мо, не думаю, что 14-летние, блин, подростки уже такие дебилы, ё-моё. Говорил, что через 5 дней заберу, ё-моё. А он еще думал, что я забыл, ё-моё. Я всегда свою слово держу. Я больше никогда не вернусь, мстить никому не буду. Я ненавижу его. Прощай, город. Прощай, здравствуй, новый мир. Блин, а может вернуться назад? Хотя нет, он сам виноват, что пошел ко мне вообще работать, ё-моё. Бомжевал бы дальше, либо искал другую работу. Не поломойка же быть, я его предупреждала так с самого начала, надо было валить. Стой, я только сейчас же понимаю, то, что я просто поругался, блин, уже со своим другом, прям настоящим. У меня же никогда не было друзей, ё-моё. Это первый друг, с которым я так долго общаюсь. Блин, а... Как так можно? Почему я его предаю просто так? Блин, я уже промок. Но ничего, я отомщу бабке этой. Конечно, Кирилла нет. И он еще мой первый друг. Ну пофиг. Все, я иду к этой бабке. Так, бабка, ты где? Иди в подвал. А? Ну все, бабка, тебе пипец. О, бабка, получай тебе пулями! Опа-на, опа-на, опа-на! Не-не-не-не! Ха-ха-ха-ха-ха! Мелкий сопляк, ты чё думаешь? Ты же не забыл, как у меня стрелялось пистолета, и мне было пофигу! Ты думаешь, что этот дробовик со мной справится? Получи, получи, получи! Кажется, кто-то проиграл, а твой дружок даже на помощь не идёт! Что? Голова так как болит, голова кружится. Беги отсюда! Так. Я бегу! Нет! Как так? Капец! Я все записываю, подчиняйся типа ей. А скоро приедет полиция. Кирилл! Ты слышишь меня? Нет, ну как так? Капец! А может быть, он потерял сознание просто? Пульс. Он не дышит. И у него нет пульса. Капец, как так? Мы же с ним так долго, мы с ним из тюрьмы сбежали. Все сделали. Ну что, попрощался со своим другом по совместительству моим сыном? А ты что сделала? Получай. Короткая память. Ты же помнишь. Ой, голова кружится. Так, ну вроде сюда поступил звонок. Так. Ну что,
Ты уже давно отжил свое, и я убила твоего друга. Осталось убить тебя, и мечта отца твоего друга сбудется. Так все, пойдем в камеру. Стоять, я тебе сказал! Коллега, сюда быстрее, она взбесилась! Шокером бей, электрошокером! Вот, все, меньше будешь выпендриваться. Вот нечего тут выпендриваться. Жечь, убить тебя. Сумасшедшая какая-то, ладно, пойдем, коллега, закрывай ее. Я убила своего ребенка. Да, капец, ты был моим самым лучшим другом. Ты мне помогал победить эту бабку. Ну и помог, конечно. Ну, привет. Я тебе хочу устроить маленький сюрприз. С каким? А ты повернись в другую сторону. Сынок, мы столько лет тебя не видели. Привет, свобода! Коллега, она сбежала, и давай ее в розыск! Она сбежала! Пусти год, блин! Я не могу уже сдержать свою настоящую злобу. Я наконец-то найду этого дебила и отомщу ему.